Многим, наверное, интересно, что это за сайт под названием EasyDota, и многие о нем спрашивали у меня в комментариях, и я решил сделать вам на него обзор и показать, что вообще здесь у нас с вами находится. На балансе у меня с вами 1250 рублей. Давайте же откроем несколько кейсов и посмотрим, как же дает этот сайт. Смотрите, здесь есть пляжный кейс. У нас лето, все хотят уже пооткрывать, ну, в зависимости от того, когда вы смотрите данный ролик. Мы выбираем с вами сразу же алыним, грубо говоря. Ну, даже не будем алыним, давайте лучше сделаем не алыним, вот. Так, давайте сделаем открытие, обычный, не быстрый. Ну и, собственно, вот такой вот дроп мы с вами забираем. Напомню то, что я потратил ровно 500 рублей для того, чтобы открыть данный кейс 5 раз. Мне выпал дроп на 134 рубля. То есть, ну, вот так вот нас ненавидят, что дают нам дроп просто 134 рубля. Что мне на эти 134 рубля сделать? Я, честно, не знаю. Ну, может быть, нам первый раз так не повезло. Давайте сделаем еще несколько открытий и посмотрим. Мы делаем еще 5 открытий, они будут... Вот так вот у нас с вами крутится, крутится, крутится. И давайте же посмотрим, насколько на 298 рублей нам с вами падает дроп. Я не знаю, может быть, конечно, нам не везет. Давайте попробуем еще выбрать какие-нибудь кейсы и пооткрывать именно их. Давайте кемпинг-кейс попробуем открыть с вами 5 раз. 5 раз нам хватает, отлично, делаем открытие, давайте же посмотрим, просто самому даже интересно, что нам сегодня выпадет, что нам прямо сейчас выпадет, и я так понимаю, то, что нам падает просто, ну, полное дерьмо на 164 рубля, 164 рубля, ну, я честно не знаю, то есть, ну, у нас остается 362 рубля, я честно, мне даже на 4 открытия не хватает, ну, давайте тогда залыним, так скажем, еще откроем просто последние 3, как говорится, Бог любит троицу, глянем сейчас с вами, как нам 3 дадут, я честно не знаю, я уже ни во что не верю на этом сайте, вот вообще ничему. Ну, конечно же, да, 105 рублей, пожалуйста, пожалуйста, 105 рублей он нам с вами дает. В общем, ребят, вы все видите сами, если вы хотите окупиться, погнали на другой сайт. А вот здесь уже действительно можно окупиться. В том сайте мы ничего не забрали. Серьезно, мы ничего не забрали, потому что выпало полное дерьмо. Но здесь для любителей КС, так скажем, забрать можно абсолютно все, что вы захотите. 1252 рубля у меня на балансе, ровно столько же, сколько и было в на том сайте. Ну, на 2 рубля больше, но навряд ли это что-то поменяет. Давайте же посмотрим, что можно открыть на данные деньги, которые у нас с вами здесь есть. Давайте же перейдем с вами к майнинг-кейсам. Вот так вот они у нас с вами выглядят. Почему нужно открывать их? Я вам сейчас все объясню. Во-первых, они стоят дешево. Они могут дать вполне себе хороший дроп. И, в принципе, они сами по себе просто охрененные. Давайте же я вам просто покажу, быстренько перейдем, откроем, посмотрим, что нам выпадет. Давайте начнем с Сазимов майнинг, 1252 рубля на балансе, напоминаю, столько же, сколько и было на прошлом. И делаем с вами сразу 10 открытий. Вы скажете, почему? Я вам скажу, потому что 10 открытий нам обходится в 123 рубля. То есть вы представляете, то, что там одно открытие стоит 100 рублей, здесь на майнинг-кейсах стоит 10 открытий, те же самые 100 рублей. Ну, на 23 рубля больше. Давайте же попробуем медленное открытие, просто запульнем, просто посмотрим. И я вам покажу, какой здесь дроп реально может упасть, как здесь окупиться, что здесь вообще можно выбить. Давайте же с вами посмотрим. Мы сделали 10 открытий, нам ничего не выпало, на 7 рублей выпало. Теперь мы делаем быстрые открытия, так скажем, небольшая тактика. И, пожалуйста, после медленных открытий, делая быстрое открытие, мы забираем с вами вот такой вот P90 азимов буквально в начале нашей с вами серии. То есть, ну, 717 рублей просто уже, ну, грубо говоря, больше половины стоимости, больше половины суммы наших денег на аккаунте мы с вами окупили. То есть 717 рублей мы уже с вами имеем. Все. После того, как вы окупились, не нужно сидеть и дальше вот этот кейс пытаться выбить с него что-то. Вы переходите в любой другой кейс, который я лично вам могу посоветовать. Это хайпермайнинг. В хайпермайнинг переходите, 123 рубля, делаете медленные открытия и, соответственно, после медленных открытий делаете быстрое открытие. И быстрое открытие делаете до того момента, пока вам не выпадет какой-либо дроп. Самое главное, чтобы с медленных открытий вам ничего не выпало. Делаем теперь быстрое открытие и смотрим. То есть вы понимаете, в чем заключается суть. Вы делаете сначала 10 кейсов, вы открываете медленно. После того, как 10 кейсов вы открыли медленно, вы идете открываете те же самые 10 кейсов, не обновляя страницу. Ничего не делаете, делаете быстрое открытие. Очень много шансов, то, что вам выпадет какой-либо дроп. В моем случае, я вообще сейчас немного в шоке, потому что мне выпал самый лучший скин, который есть вообще в данном кейсе. То есть это 5-7 Hyper Beast. Самый лучший дроп из этого кейса, напоминаю, самый дорогой.
И мы с вами его забираем в наш с вами инвентарь. И с тем учетом у нас остается еще 784 рубля. То есть мы можем еще попробовать пооткрывать. Грубо говоря, мы 5-7 выбили с 20-го открытия. То есть 20 кейсов мы открыли, с 20-го он нам упал. Давайте попробуем открыть Нианнуар майнинг. Здесь точно так же очень много различного дропа. Авик Нианнуар, Юспик Нианнуар, Глок Нианнуара и вот такая М4А4 Нианнуар. Все, в принципе, очень хорошо стоят. Ценник на кейс у нас тот же самый. И давайте точно так же попробуем. Что-то мне предугадывает, что после такого сайт просто пофиксит эту фишку. Но мне кажется, то, что сейчас мне почему... Ну, знаете, как будто бы вот это вот предчувствие внутри меня, оно все равно вот, ну, чувствуется. Как будто сейчас мне не выпадет ничего. Я угадал? Я не угадал. Я не угадал. То есть, ну, понимаете, да? Вот юзайте эту фишку, пока она действительно есть. То есть, если вы скажете, блин, у меня там нет лишней тысячи, еще что-то, да. Но, ребята, вы можете всегда нажать на значок плюса и пополнить скинами, которые вам просто не нужны. Либо нужны, но вы хотите рискнуть. Здесь вы можете пополнить через мир, через Тиньков, через любую карту, либо же скинами. Вводите точно так же промокод SARAM, который видите выше над моей веб-камерой, и вводите сумму. Образно, если вы закинете ту же самую 1000 рублей, бонусом плюс 300 рублей вам дадут сверху. То есть, вы косарик закинули, 300 рублей сверху получили, у вас 1300, пошли открывать кейсы. Грубо говоря, у меня вот 1200, я выбил уже как минимум 3 скина, и я уже в жестком окупе. То есть, ну, вы, думаю, понимаете, как это работает. И точно так же 570 рублей у нас с вами еще остается, можно попробовать пооткрывать... ну, нет, этот не надо, этот, ну, типа, я это вам не советую. Можете попробовать, собственно, Neon Rider попробовать открыть, да, неоновый гонщик здесь может выпить калаш, либо же маг 10 неоновый гонщик. Можете попробовать точно так же открыть его, но шансов здесь уже намного меньше. Я вам объясню почему. Потому что, ну, здесь калашек реально денег очень огромных стоит. То есть из этой серии скинов не так много, и, соответственно, здесь, в принципе, калаш и вот такая вот маг 10, они, ну, стоят денег. И как бы их мало, да, то есть из этой серии оружий. Вот. А я сломал свою тактику. Надо было сразу открывать. Но сейчас мне навряд ли что-то выпадет. Да, да. Все, я сломал тактику, и теперь мне ничего не выпадает. Если бы я тактику... Ну, все, видите, она не хочет давать. Она не сыпет. Она вообще не сыпет. Последний раз. Пожалуйста. Нет, нет. Надо было после 10 делать быстрое открытие. А я после 10 сделал медленное открытие. То есть, ну... В общем, мог бы еще забрать, но немного глупанул. Но, ребята, также, кто будет заходить на MyCSGO по ссылкам в описании, либо же в закрепленном сообщении в комментариях, не забывайте, что здесь проходит раздача скинов из CS2. То есть вы заходите, здесь сразу нас встречает вот такой вот раздача скинов, пополняй баланс, получай тикеты и участвуй в розыгрыше скинов. То есть здесь вы участвуете не за деньги, а за тикеты. То есть у вас будут вот такие вот тикеты, и вы за них будете участвовать. Очень много всего здесь можно посмотреть. Победителей, можно посмотреть победителей легендарных, эпических, редких раздач и, собственно, победителей обычных раздач. Здесь очень много игроков. Поэтому не забывайте обязательно про эту фишку, она очень хорошая. Собственно, заходим в инвентарь, доступный для продажи, смотрим. Глок Нианнуар за серию сделали? Сделали. 5-7 Hyper Beast сделали? Сделали. P90 Азимов сделали? Сделали. Три скина я сейчас просто поставлю себе на вывод. Как бы судить уже вам, где играть, либо же на том сайте, либо же на этом. Ну, как бы я думаю, вы сами все видите, если мы оттуда не выбили ничего. А отсюда мы забрали 3 скина с 1200 рублей. Поэтому, как бы, решайте сами. Не забывайте, ребят, ссылочка на данный сайт в закрепленном сообщении в комментариях, либо же в описании по данному ролике. Промокод вы видите выше над моей веб-камерой. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Желаю вам удачных игр.